Это дома на палате зашибись отрабатывать. Говорят, что я тупой на подготовке к шоу. Что ты там хотел мне сказать? Мой ответ прост. Эти слишком тяжело и тупо уже привели меня к двум победам. Опять на руку оперся. Да, точно. Вот два упора. Вот этот упор и вот этот упор. Убери эти два упора, и ты поедешь. Давай, тащи это дерьмо. Заставь это дерьмо работать. Докажи, что ты умеешь укладываться. Давай. Молодец. Давай еще раз. Молодец, красавчик. Сделать. Видите, очень близко к бордюру. Сюда выйди, опасно. Покажи мне боль. Это у вас тут больно подкат. Я так, а у нас такой учили, да, мужик. Мы не знали, что у нас такие есть подкаты. Вот, ты на правую руку делаешь сразу вот так, а на левую делаешь вот так. На левую я просто локоть поймал. Тяжелый труд – это единственный путь к любой цели. Хуйня полная. Если ты хочешь высокий подкат, так. Есть такая тема со стрельбой, высокий подкат называется. Сейчас низкий лучше отработай, высокий потом научим. Опять локоть. Давай. Все, стой. Хуёво получилось. Нормально, скорости не было. И ногу сразу закидывайте и ногу. Не важно, насколько это тяжело сейчас. И как сложно будет дальше. Имеет значение только то, что я готов идти до конца. Только это для меня имеет значение. Это то, во что я верю. И то, за что я готов умереть. Я рукой привык, руку охота поставить. Носок. Мы имеем упор. Смотри, что происходит. Если мы руку вот так вот поворачиваем, смотри, что происходит. Рука не стоит, она поехала. Следующий упор – это локоть. Вот если ты не поймаешь упор локтем, то вот, это лыжа на самом деле. Вот эта рука, если не поймать упор локтем, вот в таком положении – это лыжа. Она будет ехать. Ты можешь на змее вот так вот толкаться и ехать. На змее. Ну, это да. Это вот. Старая тема. Это старая тема и очень охуенная на самом деле. Сейчас будет на ту же самую змею. Что вы делаете? Вы делаете ту же самую лыжу, но при падении нужно просто вот этой рукой подтолкнуть себя, сделать вот такое движение, вот так вот. При этом надо смотреть внимательно, чтобы во время вот этого движения у вас пальцы не были в этом положении, потому что на них ляжет весь вся масса тела, вы можете себе кисть свернуть. Поэтому подогните вот так большой палец, сделайте лодочкой руку и просто сделайте вот такое вот движение. Да, загадываешься такой? Да. То есть, короче, такой змеевик, такой вот так. Бля, что мне показывают? Да. Весь фокус состоит просто в том, чтобы чуть-чуть тебя подтолкнуть. То есть вы бежите просто вот этой ногой. Толкаетесь и поехали. Вот у нас есть линия. О, видишь, метр всего лишь. На, меня подержи. Двумя ногами толкнулся, я объяснял. Одной ногой. Подгребай, еще когда упал, подгребай. Да, колени проехал. Подгребай, дальше продолжай. Я тебя дорогу вступил, давай проезжай. О, молодец. Ну, почти доехал, чуть-чуть. Ну, это Андрюха поставил далеко тубу. Вон, видели, Андрюха дальше продолжал толкаться. Давай. Толкай, давай, молодец, красавчик. Не бойся, ты раз. Вау! Молодец! А, сука! Давай. Пойдет или говно? Пойдет нормально. А, молодец, давай еще. Что-то он с тубой что-то сделал, да? Ты на локоть упираешься, смотри. Вау, красавчик. На, свою камеру, заебала она. Нормально, красавчик. Толкайся, а что ты? Что ты ноги как девочка вот так сделал? Толкайся, буксуй. Что говоришь? Как вообще правильно? Буксовать надо, дальше. А, так, толкайся. Вот здесь замри, стань.
все понял. Во-во-во. Давай, 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 Ир. О. Ай, недалеко. Ногу отпу... Молодец. Давай дальше, давай. Не останавливайтесь, продолжайте. Шмяха, а? Где вот это? А? На левую давай, давай, не, да без разницы, на любую давай. Молодец. Давай, не стой. А? Че не сказал? Молодец. Теперь как только ты вот так села, сразу одну руку убирай. Толкайся. Давай, давай, попробуй. Не на тот бок лег. Надо, да. Ну да. А ты на другой бок. Руку другую вытянул, а лег на правый бок. А то я на нее, ну, оперся. О! Началось. Ломание маркеров. Ломание люксов. Ногой надо было еще подгребать, Андрюш.